Мясо легло. Я надеюсь, тоже есть ваша опора, любимый человек. И зачастую мы не знаем, чем же его порадовать, чем же его удивить в нашем мире, тем особенно, у кого все есть. На данный момент у нас есть уникальное предложение. Это восстановление девственности. То есть, если у вас мужчина не смог воспользоваться такой ситуацией в свое время, ну, все мы знаем, сейчас жизнь такова, что это нормальная ситуация, то, соответственно, вы можете ему дать такую возможность почувствовать, что же это такое. Это достаточно доступно, стоит 30 тысяч рублей под ключ, то есть включая анализы, операцию и анестезию. Так что если вдруг вы не знаете, чем удивить, либо что подарить для вашему любимому мужчине, мужу, то есть можете воспользоваться нашим уникальным предложением и оформить это даже в виде сертификата. Друзья, с вами Максим Шенгаркин и наш канал «Свободное дыхание». Я вижу, вы удивлены. На самом деле, ничего удивительного. Не успели мы сегодня записать нашу очередную порцию работы за прошедшую неделю. Как на меня, около места, где мы работали, было совершено нападение. Ну, в настоящее время мы уже проходим обследование, фиксируем побои. Полиция разыскивает преступников, на меня напавших. Ну и, собственно говоря, подробности, как все было, мы изложим потом. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, кто меня поддерживает. Не беспокойтесь, все нормально. Мы реально этого ожидали. Человек, который выслеживал, ну точнее группа людей, которые выслеживал меня на протяжении недели, мы их вели, наши материалы и обращения в прокуратуру сделаны накануне, но, к сожалению, мы в одном месте ошиблись, просто не успели их прихватить. Но все еще впереди. Друзья, держитесь и боритесь за свои права. Дышите свободно. С вами был Максим Шенгаркин. Подробности чуть позже. Вот это жесть вообще, друзья. Мужики, а что, помочь надо что-то? Нет, а там ничего не поможет, его зажало там. Нет. Я, мужики. Да. Ты живой там? Да я живой. Есть как-нибудь там подпереть что-то там? Блядь. Ну, как-нибудь вон это. Нихуя он не пойдет. Боль где-нибудь есть? Нет. А вы тоже мимо ехали, да? Да мы летели сюда, смотрим, что-то все на аварии. А мы оттуда ехали, точно так же. Ну вообще, он больного везет. У нас больной машинки. Балки в машинке. Снимаешь? Да. Человек находится там. Покажи.